Здравствуйте! Интернет-магазин «Стеклоподъем РФ» представляет вашему вниманию электростеклоподъемники «Гранат» для установки в двери кабины автомобилей «Газель», «Валдай», «Баргузин» и «Соболь». В комплект входят два электрических стеклоподъемника с мотор-редукторами – левый и правый. Стеклоподъемники имеют реечную конструкцию. При установке электростеклоподъемника в дверь он крепится в штатное отверстие двумя гайками, оставшимися после демонтажа оригинального стеклоподъемника. В первую очередь эти стеклоподъемники предназначены для установки на автомобили поколения «Бизнес». Для их установки на автомобили более ранних годов выпуска потребуется самостоятельно изготовить или дополнительно приобрести кулису обоймы опускного стекла. Декоративные заглушки для установки и обивки дверей в отверстие от ручек механических стеклоподъемников. Два переключателя стеклоподъемников 923709 с рамками. Жгут электропроводки для подключения. Это совмещенный жгут, предназначенный для установки двух переключателей недалеко друг от друга, например, на панели приборов. Если вы желаете установить кнопки для управления стеклоподъемниками в обивках дверей, чтобы в водительской двери был блок на две клавиши, с которого водитель сможет управлять стеклоподъемниками как левой, так и правой двери, и одиночный переключатель в двери пассажира, в ассортименте нашего магазина имеется такой комплект для подключения электростеклоподъемников. Спрашивайте наших менеджеров, они с удовольствием добавят его в ваш заказ. Паспорт электростеклоподъемников с инструкцией по их установке и подключению. Эти и другие стеклоподъемники вы можете купить в интернет-магазине «Стеклоподъем РФ». Заходите к нам на сайт, оформляйте покупку или звоните нам по телефону 8 800 333 1059 каждый день с 9 до 21 часа. Звонки со всех телефонов России бесплатные. Приятных вам покупок!